Oh merde. Я тут уже... Братаны. Ты меня там бесит. Дауны. Бесит. Ты это размножает. Вот она это. Казнь. Дауны тебе. Внимательный майор, брат поднимает уровень тревоги. О, как он меня бесит. Кто меня ударит? Это вот чудик, ладно. Камера тебе не скажет. Так. Да что?
ты тут забыл, мазафака, бич! Сука, бичесовская, блядь, мазафакерная. Вот эту карту забирай. И тайл. Так. Так, печка. По-любому есть тут. Что ты там несешь, блядь? Альтернативный выход. Старалась,
короче, вот и все нахуй. И идем в этот. Красная потом. Да, это идет у белки, блядь. Твою мать, блядь. Попроще. Ну, починить будет. Кем бы так же был? Тормоз. Так, что тут? Еще один научный полигон. Военные чертежи должны быть где-то здесь. Догадался. Слушай, хранитель знаний, откуда у тебя данные о военных разработках в якобы гражданских лабораториях? Тут ведь как? Я, скажем, устройство, созданное в чрезвычайных обстоятельствах для чрезвычайных ситуаций.
Для агента по особым поручениям. Вы сами все прекрасно понимаете, товарищ майор. Или, возможно, скоро поймете. Сохранение данных. Я нажал. Перекурить. Прошняк, блядь. Знаешь, блядь. Фух. Авторизация. Майор Пэт. Да, точно кризисно. Подробно исследуя труды Джеймса Максвелла и Генри Кавендиша,
Ученые предприятия 3826 усомнились в некоторых классических догматах иностранных коллег и решили заново провести исторические эксперименты по изучению электромагнитного поля, а также геомагнетизма. На данном полигоне воссоздана специальная зона магнитных гравитационных стендов. Они имитируют различные потенциальные состояния магнитного поля Земли. С помощью подобной симуляции ученые планируют лучше изучить внутриземные источники планеты и найти способ их добычи и последующего применения на благо Советского Союза. Открытая дверь. Да, Антошка играет. Йо. Кузнечик играет. Послушай.
пользуется интернетом. Бегу еще. Ставил гадалки. Климат нашей страны в зимний период традиционно считается наряду с силой советской армии решающим фактором неудач западноевропейских армий во время военных действий на территории СССР. Однако советскими учеными было доказано, что сам по себе мороз на самом деле защищает от болезней и эпидемий. Являясь естественным фильтром, он чистит воздух от пыли и грязи. Вирусы, бактерии, аллергены стремительно гибнут во время низких температур. Только при морозе воздух считается здоровым и даже целительным. Также холод активизирует иммунитет. С помощью криогенных сфер Фаренгей в данном цехе воспроизведена модель натурального советского мороза, чтобы изучить как полезные, так и губительные его свойства. Вылази. Чё, блядь? Дед Мороз!
повесить на кузнечик. Ну его чуть-чуть идем. Правильно, Макс? Слышь-то я. Господи, понаставят тут говна этого. Чего вы раньше не делали? Ты же вылезла? Снуп я такой? Thank you.
помощи. У меня так. Чешись.
экрана оповещения расположен объект по подготовке астрономов-космонавтов предприятия 3826. Молодые будущие герои Советского Союза тренируются на данном полигоне и одновременно изучать гравитационную силу планет. При этом избегают... и другие научные полигоны. Awesome.
Честно. Честно.